Тран-тран, с вами Рерам. Прямо сейчас мы с вами будем смотреть мальчишек, малышков, NCT Dream. Честно говоря, я планировала посмотреть два клипа NCT-шек, там же еще вышла английская версия чего-то там. Вот, но у меня разряжается камера, и я вряд ли успею посмотреть оба клипа, поэтому, ну, хотя бы малышков с вами сейчас посмотрим, потому что очень хочется. Правда, реакция выйдет с задержкой, наверное, в день или в два на канале, потому что, как бы, постепенно они у меня выходят. Но, тем не менее, он только-только вышел у меня лично. У вас уже, наверное, вы уже и забыли. Так, все, хватит трындеть, камера разряжается. Клип не сильно длинный, можно смотреть. Поехали. Ух ты, музон какой прикольный. Ух ты. Ой, класс. Ой, это хорошо, это мне нравится, это неплохо, да, так интересно. Господи, у кого так заплетенные? Ух ты, у него такой образ очень крутой. О, блин, как это звучит, ребята. Очень круто. Слушайте, вообще не по-детски звучит. Клёвая, прикольная мобилитика. Слушайте, начинаю очень идут вот эти вот заплетенные штуки. Больше даже, чем когда не заплетённые. Голоса звучат шикарно. Да, это очень классно, ребята. Это было сейчас неожиданно, и это очень круто. Песня обалденная. Хорошо. Мне нравится, что у них... О, прикольно. Ой, как он сделал. Споткнулся. Наверное, было нечаянно. Ой, так тоже так нежно. Короче, блин, что-то хочу сказать, теряю мыслью постоянно. Хорошо, вот, вспомнила. У них используются все больше вот этих каких-то новых технологий. У Baby прям это ярко так жахнуло, и сейчас все больше и больше я вижу у остальных парней. Это, не знаю, сложно даже объяснить, что поменялось в съемке или в вакансиях. Слушайте, это обалденно. Все, хочется себе на звонок поставить. Хореография у них такая, знаете, на расслабоне вроде бы как. Только я сказала, как они пустились в пляс. Ой, вот у него всегда такие выражения лица, из-за чего я просто... Все, я, короче, обалдю. От малыша, от Джисунчика. Ой, дебуся такой. Слушайте, почему он мне так все время напоминает Сакуна? То он мне на Феликса похож, то на Сакуна не могу. Вау. Слушайте, это очень круто. Блин, я даже не знаю, тут что-то происходит, люди. Я сейчас только поняла, что там не все, все не просто так. Фехтовальщики, вот тут они вообще в костюмах. То они как пацанятки вообще. Ой, ой, все закончилось. То они как пацанва, то они, блин, во фраках, то они крутые, то фехтуют, то бокс, то еще что-то, единоборство. Бум-бум, вообще очень прикольно. Слушайте, музыка шикарнейшая, съемки шикарнейшие, все шикарнейшие, мальчики класс. Моськами своими они обыгрывают обалденно, то есть это настолько не по-детски. Обворожительные взгляды, естественные, не наигранные, то есть они не пытаются выглядеть там сверхобаятельно, нет, ну то есть они прикладывают усилия для того, чтобы именно так выглядеть в клипе, вот, но это выглядит настолько естественно, вот такое чувство, как будто они по жизни ходят с такими фисами обворожительными. Короче, мальчики очень красивые, вот, и все их вот эти вот подмигивания, просто какие-то ухмылочки или еще что-то смотрится очень пикантно, да.
Господи, почему мне все время вспоминается клип про жвачку? Странно, что он еще жив в моей памяти, потому что этого уже вообще давным-давно нет и не было. И даже смотришь и не можешь поверить, то, что действительно когда-то это был клип про жвачку на скутерах. Все. Ладно, хватит. Короче, класс. Мне все понравилось. Все, класс. Вы свои отзывы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот здесь будет опросик. Я думаю, что этот клип у меня встает их вторым из дримак по любимости. Пока что Гоу был более для меня впечатляющий. Но этот я только один раз посмотрела, да. Вот, а в целом все, давайте закругляться. Саран-таран, с вами была Риран. Я всех целую, люблю.